Добрый день! Представляю видеообзор на текстильный короб Faberlic Om. Размер у него 30 на 30 на 17. Здесь что у нас написано? Коробка для хранения салатовой коллекции Прованс. Итак, давайте ее посмотрим. Размер в разложенном виде 30 на 30 на 17. А размер в сложенном виде 30,5 на 31,5 и на 2 толщиной. Идет в пленочке. И здесь две детальки. Собственно говоря, сам короб и это днище. Так, сейчас посмотрим. Язычок, да, для удобства. И давайте его разложим. Так вот он гармошкой раздвигается. Затем он переворачивается. Вот она внутренность. И как раз в эту внутренность мы кладем вот это дно. Фиксируем. Короб фиксируем. Очень удобно, что есть язычок, чтобы потом, когда нужно сложить его, раз и мы его снимаем. Далее закрывается он крышкой. Вот. И здесь ручка. То есть ее можно в шкаф положить, поставить, вернее, в шкаф поставить и вот что-то хранить очень интересно. Очень удобно, очень интересно. Здесь ярлычок. Еще есть вот такой вот сиреневый, но я брала зеленый. Такой хороший, каркасный. Каркасная штучка. Так вот открывается. И вот, собственно говоря, крышка, да? И так вот закрывается. Все подходит для одежды, для хранения детских игрушек. Очень удобный короб. Вот такой.